Весенний призыв на территории Одинцовского городского округа стартовал 1 апреля в условиях пандемии коронавируса. Это серьезно усложнило задачи, стоящие перед военным комиссариатом городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского городского округа. На первом месте оказались вопросы обеспечения безопасности новобранцев. План весеннего призыва 2020 года был перевыполнен. На срочную воинскую службу из муниципалитета отправились около 300 человек.